Глава района посетил один из главных социальных объектов, строящихся в станице Северской. На пересечении улиц Энгельса и Пугачева возводят центр единоборств. Спортивный объект таких масштабов позволит ребятам не только заниматься спортом в комфортных условиях, но и проводить соревнования районного, краевого и даже федерального уровней. Андрей Дорошевский посмотрел, как ведутся работы по внутренней отделке. Продолжается покраска металлоконструкции в большом зале, устанавливают перегородки из гипсокартона и двери, идет монтаж водопроводных сетей и системы газоснабжения, подготовка к благоустройству земельного участка. Глава района отметил необходимость продумать обустройство автомобильных парковок для посетителей центра и обязательно облагородить прилегающую к нему территорию.